Здравствуйте, мои подписчики. Чищу я креветки, и тут я вспомнила про вас. Думаю, что многие из вас не знают, как правильно чистить креветки и почему мы это делаем. А делаем мы это для того, что вот, когда мы кушаем рыбу, мы же ее тоже перед тем, как пожарить или что-то из нее приготовить, мы же тоже ее чистим. А вот с креветками... Думаю, что немногие знают, что это нужно делать обязательно. Для этого мы берем не за кончик, а за последнюю фалангу. И вот это все, то, что связано вместе с лапками, у нас задача с вами снять. Вот если от серединки, то оно проще снимается. Но снять в любом виде, как вам удобней. Может быть, какой-то способ вы знаете лучше меня, или у вас получится удобней. Дальше нужно разрезать. Все сняли. Разрезаем пополам. И вот здесь в середине, видите, что находится? Вот как у рыбы, когда вы разрезаете ее, так же и в креветке тоже. Вот это вот находится пищевод, в котором содержится песок, который будет скрипеть на зубах. Да? Дальше достаточно помыть, посмотреть, все ли у нас с вами вышло. Остается только ее помыть и мариновать, или как вы ее привыкли кушать, креветку. И еще немного информации. Умеете ли вы выбирать креветки? А вот почему они у меня серые? Серая креветка – это еще совершенно никакой обработки она не проходила термическую. В основном в судах, там, где ее добывают, бывает, что ее уже немного подготавливают для покупателя. Может быть, даже и бывает, и упаковывают там. Она бывает розового цвета. Значит, она уже прошла термическую обработку предварительную. Я люблю покупать серую креветку. Почему? Потому что, когда ты ее готовишь, она будет более сочная, скажем так. И еще один момент. Как правильно выбирать креветки? Как, на что смотреть? Просто смотреть на упаковку – это, наверное, неправильно. И креветки, лангустины немного по-другому выбираются. Смотрите на упаковку, и там бывают такие циферки. 16-20, 50-60, 120, 140. Это означает количество креветок в упаковке на килограмм. Вот столько креветок у вас будет в килограмме. Или 60 креветок в упаковке в килограмме. Или, как я люблю, 20-40. Они будут крупные тогда. Потому что понять... Крупная креветка или она мелкая, она, к сожалению, не у нас все во льду, понять этого невозможно. Домой иногда приносишь, оттаиваешь, а там совсем маленькие. Поэтому следите, ребят, за упаковкой. На каждой упаковке должна быть обязательно такое обозначение. Чем меньше креветок, чем меньше цифры, 16-20, допустим, да, тем крупнее креветка. Надеюсь, понятно объяснила. Если будут вопросы, задавайте. Просто я очень люблю креветки и решила с вами поделиться. Всем приятного аппетита!